Мое глубочайшее почтение, дорогие друзья, товарищи. Мы завтра с друзьями, с Женьком и с дядей Вовой едем на Дон отдыхать. И я хочу закоптить там головы семги. Вот у меня имеется здесь две большие головы. Сейчас я сегодня их засолю, а завтра на Дону буду коптить. Головы смачные, лежали у меня в морозилке, я их тщательно промыл. Сейчас нужно головешки разрезать на две части. Так и солить удобнее, и коптить. Вот таким вот нехитрым образом разрезаю одну и вторую. Так, я здесь специально подносик приготовил. Хоп. Жабры можно вынуть сразу, можно не вынимать. В принципе, жабры здесь несъедобные. Ну, можно их просто не есть. Вот и все. Вынать их, скажем так, не обязательно. Но это все по желанию. Хотите вынуть, вынайте. Я по-разному делаю. Иногда вынаю, убираю, иногда нет. Но копченые головы я обожаю. Они реально, ребят, просто, ну, очень вкусные. Что копченые, что жареные. Я жареные тоже делаю. В общем, как душе угодно, но они вкусные. Стоят у нас 400 рублей килограмм на рынке. Так, ну вот тут одну жабру вынул. Угу, сюда. Вкуснятина. Мы как-то с Женьком делали в фольге на мангале. Там с чесноком, с укропом. По рецепту Петра Первого. Петр Первый так делал щучьи головы. А мы так сделали башку семги. Было тоже нереально вкусно. Ну вот, можно вынуть, в принципе. Жабры сразу. А вообще, я всегда прикалываюсь. Самое, говорю, вкусное в голове – это глаз. Все, фу, глаз, ты что, ешь глаз? Я говорю, конечно. Глаз — это самое вкусное, что есть в голове. И это не может быть фу. Так. И еще. Опа. Жаберки. В принципе, с ними очень просто. Коптятся они очень быстро. Так, сейчас здесь приберу. Все готово. Так, пока что полежит рыба на подносе. Соль у меня крупная, я не помню, как там она называется, второй помол. Здесь нет никаких граммовок. Здесь все чисто по наитию. Вот так вот. Раз, раз, раз. Очень сильно солить тоже не надо, пересаливать.
И посолить вот так достаточно, в принципе, с одной стороны. Переворачивать ее не надо солить. Все. Вот таким образом, пусть она полежит при комнатной температуре, ну, где-то, может быть, часика-два, а потом уберу ее на ночь в холодильник. Так, голова полежала, где-то прошло часа два с половиной, я ее сейчас завакуумирую. Но тут смысл не в том, что нужно создать вакуум в пакете, а просто так удобнее. Я сейчас ее положу в пакет и даже вакуумировать до конца не буду. А просто чтобы был пакет запаянный, брошу в холодильник. Ну и так будет удобнее вести, чем в обычных каких-то пакетах. Просто ради удобства. Вообще этого можно не делать. Если бы, допустим, для дома, если бы я дома это делал, то я бы вакуумировать не стал. Ну, сколько раз делал дома, да, я никогда не вакуумирую. Смысла в этом никакого нету. Чисто для удобства. Так. Вот как жижка пошла, я стоп нажал и нажал на запайку. Должно запаяться, а то жижку туда выдавит. Ну-ка, успел нажать. Запаялась. Ну, жижку чуть-чуть выдавила. Вроде бы вот тут децл. Но запаялась, все нормально. Сейчас вытру. Нормалек. О, красота. И в холодильничек, и все. И до завтра пусть лежит. Удобно вести. Вообще очень удобно. Так, по поводу копчения. Очень много щепы не надо. Ну, так вот, наверное, пару жмений будет достаточно. Ну, еще чуть-чуть. Вот так. Сейчас постараемся уместить это. Уместить все головешки. А. Ну, я хоть камни не клал, но... Так. Как бы нам их уместить, конечно. Как-нибудь сейчас... Вот так, да? Да, три штуки. Попробуем. Голова, конечно, серьезная. Они, может, 4 даже так поместятся. Как-нибудь сейчас, ну-ка. Ну, считай по килограмму. Голова, да? Угу. Ну, а что, еще вот сюда вот так вот, да? Ну, да. Одну. А вот это можно прижать нос. Вот так. Кровочку где-нибудь вот. А, получится, да? Сейчас попробуем. Да, вот этой штукой надо поджать. Вот так, отсюда поднимешь этот. Как раз на носике оденется. Офигенно. Да. Как будто специально сделано. О, в принципе, нормалек, да? Нормалек. И, в принципе, касаться не будет это ничего. Так, Вован, запускай плиту. Сейчас я это, руки вытру. Запускай плиту.
работа. Она на всю? Да. Надо, наверное, может поменьше. Ну, пока как бы сгорится. Эх, я забыл эту взять. Крючок, ага. Так. Никакие гидрозаторы тут не нужны. Ой, сейчас как раз нам на обед будет. О. Так. Я в прошлый раз коптил где-то 80 градусов, минут 20, и все. Готов, да? И было вот так. Угу. Ну, ладненько. Пускай разогревается. Пошел дымок. Вот он. Ну, минут 30-40, и все будет нормально. Все будет вкусно. Вот температура где-то 80. Минуточек 20-30 и будет достаточно. И будем уже закусывать головой. Да, Женек? Да, дядя Вов? Да. Будем закусывать рыбьей башкой. Так, ну вот и все. Все готово. У нас уже она остыла до сколько? 55. Открывай, Женек. Ну-ка. О, красотуля. Новая вешала. О, ляпота. Ну, ставь на стол. По любасу приготовилось это все дело. О, сейчас они как раз еще подсохнут. Ну, сейчас пускай постоят, да. У меня уже прям слюни текут. Вон, дядя Вова уже поднос принес. Давайте, ребята. Ну, красоты. Красотища. Я обычно вот так вот сделаю и потом. И потом ем. Чтоб не поломать лопаточку. Да, они, я думаю, такие. О, ляпота. Самое вкусное – это глаз. Здесь 4 глаза. Эх, красотища. У меня уже слюни, как у бешеной собаки. Ну а чё? Вкус рака. Срака? Рака. Очень вкусно. Ну все, можно. Можно наливать. Так, все, сейчас будем есть. Ребята будут хвалить меня. О, Витальсон, красавчик. О, как вкусно приготовил. Посмотрим. А может скажет, о, какая гадость, это невозможно есть. Ваша длинная рыба. Ну-ка, пробуйте. Сейчас я куда-нибудь тут камеру прилеплю. Во. Сейчас ничего, вот так камеру прилеплю. Давай. Давай, Женек. Хвали меня. За рыбалку. Будешь. Кого? За рыбалку. Ой. А то, что мы это поймали голову без туловища. Да, тоже хорошо. Удачно поймали. Ну. Красиво. Руками разбираем.
вкусно, мне так нравится. О, Витальчон. О, тебя камеру выключу. Ой, блядь. Какая гадость, да? Жирненько. Слушай, по соли прям вообще идеально. Ну, соль я так, это чисто вот. Крупная вот эта соль, которую, помнишь, ты на Валверсе покупал такую? Я ее чисто так вот, ну, на глаз, на нос. Вкусно. Хорошо, что ты не ешь. Нам слова. Дай Вовы, по две штучки. Почему мне? Что ему даст? Четыре на три недели. Негодяй. Положи тебя. Не-не, сейчас я сниму тебя, как ты ешь. И потом буду всем говорить, что ты все съел, а мне не дал. Редиска, сосиска. Нового худоноса. Некоторые говорят, что в этой голове есть нечего. Ага. Съедается все, кроме челюсти и вот этих. Это вкуснятина. И лоб, а это все остальное хрящи. Это очень все вкуснятина. Мясо здесь вообще. Ну. Не зря коптил? Мне нравятся вот эти хрящики. Классно. Вот они. Два сидят, лупают. Два кота. Вкусно очень. Все, всем понравилось, слава богу. Я доволен. Очень вкусно. Очень. Ну ладно, надо сейчас выключать камеру хоть. Полничок пососать. Снимай. А то не достанется ни хрена. Снимай подольше. Все, сейчас лупят. Мы тебе расскажем. Да я знаю, я же уж не первый раз делаю.